На повестке дня 4 подъезда в доме 18 по улице Советской. Здесь был произведен текущий ремонт, который предусматривает покраску стен и потолков, замену светильников, реставрацию окон и почтовых ящиков. Теперь не видно многочисленных проводов, они убраны в короба. А у входных групп в подъезды свежий обновленный вид. Красиво стало у тебя в подъезде? Да. Впечатление у меня хорошее, приятное очень. Все делается, как бы уже чувствуется для людей. Раньше какой-то запах был, темный подъезд. Вот, знаете, а сейчас приятно, очень такой, как чуть-чуть евроремонт. Особенно всех порадовал удачный салатовый цвет стен, благодаря которому стало намного светлее и уютнее. Не совсем обычно сделали. Сейчас такой красивый салатовый от пола до потолка. А о чистоте в обновленных подъездах жители стали заботиться с удвоенной силой. Например, сразу после окончания ремонта они развесили таблички, запрещающие курить и выкидывать окурки на лестничных клетках. Все работы по текущему ремонту в подъездах по возможности производились максимально тихо, чтобы не причинять неудобств жильцам дома. Да и темпы работ впечатляют. Представители управляющей компании уложились в 2 недели. Все старались проводить в кратчайшие, в короткие сроки, чтобы вызвать наименьшее недовольство жителей. Ну вот, результат налицо. Представители администрации Ленинского района регулярно выезжают на приемку объектов в рамках программы «Мой подъезд». Мы с вами сейчас находимся в одном из 530 подъездов, которые будут в этом году отремонтированы в Ленинском районе. В настоящий момент порядка 160 подъездов уже сделаны, это вот один из них. И вот сегодня мы с вами прошли совместно с жителями, осуществили приемку этого подъезда. Напомним, для того, чтобы принять участие в программе «Мой подъезд», необходимо провести общее собрание жильцов дома, утвердить перечень ремонтных работ и обратиться в управляющую компанию, которая проинспектирует объект, составит смету и после согласования с жильцами приступит к работе. Более подробную информацию можно узнать на сайте меняемподъезды.ру. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Ирина Кошелева. Видное ТВ.